На этой стройке на улице Космическая в поселке Волковка незаконно работающих трудовых мигрантов нет. В этом сотрудников ФСБ и ФМС как мог убеждал руководитель трудового подряда. Там охраняемый объект, я всегда есть охрана. Но люди, которые проходили рядом, или люди, которые ищут работу, они всегда заходят, спрашивают бригадир и так далее, что за работа, что за объект, можно ли устроиться. А работают у меня одни россияне. Однако детальная проверка документов показала, большинство строителей находятся на объекте незаконно. Необходимые для легального труда патенты отсутствуют. В настоящее время проводится проверка, по результатам которой виновные лица будут привлечены к ответственности. Данное мероприятие проводится на постоянной основе. В результате оперативно-розыскных мероприятий порядка 25 жителей соседних государств были задержаны. В отношении них сейчас проводится проверка. Выясняется, причастны ли гости Сочи к совершению преступлений. Но уже сейчас известно одно. Все иностранные нарушители в принудительном порядке будут отправлены на родину. Галина Захарова, телекомпания ФКТ.